В областном центре подвели итоги отбора в региональный кадровый резерв Восточно-Казахстанской области. Исходя из кадровой потребности, в нашем регионе отбор проводился по 5 отраслевым направлениям. Индустрия и промышленность, экономика и финансы, социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура, агропромышленный комплекс и земельные отношения. Подробнее об итогах отбора рассказал руководитель департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Восточно-Казахстанской области Нурлан Еркебаев в ходе брифинга. Отбор в кадровый резерв начался 1 марта. Документы принимались через специально разработанную платформу. В отборе приняли участие граждане страны не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 3 лет. В отборе в кадровый резерв по Восточно-Казахстанской области изъявили желание принять участие 386 претендентов. Из них 295 граждан, документы которых соответствовали требованиям комиссии, были направлены на отборочные этапы, отметил руководитель департамента Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы по Восточно-Казахстанской области Нурлан Еркебаев. Согласно плану графику, в первом этапе отбора тестирования на знание законодательства приняли участие 214 претендентов. Из них 109 претендентов, набравших более высокие баллы, направлены на оценку личных качеств. В результате этапа оценки личных качеств 42 кандидата были допущены к следующему этапу отбора, это оценка компетенции. На этапе оценки компетенции, проведенной Академией госуправления при президенте Республики Казахстан, приняли участие 38 кандидатов, 30 из которых были направлены на следующий этап – это структурирование интервью. В ходе отбора 2 кандидата отказались от участия в интервью. 28 претендентов защитили свои проекты перед региональной комиссией по выбранным отраслевым направлениям. Решением кадровой комиссии по итогу в региональный кадровый резерв Восточно-Казахстанской области – отобрано 20 кандидатов. Кроме того, хочу здесь добавить, что по условиям правил гражданам, которые дошли до заключительного этапа отбора в президентский молодежный кадровый резерв, но не зачисленные в президентский резерв, на основании своих заявлений было предоставлено право быть зачисленным в региональный резерв без отбора. И согласно этой норме, в региональный резерв нашей области дополнительно зачислен еще один претендент. Срок пребывания в резерве 2 года. В течение этого времени резервистам будут предлагаться руководящие должности различных уровней в местных исполнительных органах. Дильнас Мурзагалиева, Карахаджах Слыхкыза, Александр Каримов, Алтай Ахпарат.